Модель пожарного щита из бумаги. Ее сделали воспитанники детского сада «Солнышко» под руководством воспитателей. Самые юные жители курорта проходят азы противопожарной безопасности. В одной из групп есть специальный домик с фигурками пожарных. Как рассказывают воспитатели, дети сами придумывают разные истории из жизни храбрых огнеборцев. В основном, конечно, мальчишки. Сегодня ребята поделились на две команды. По сценарию огонек вдруг вырос и превратился в опасного противника. Теперь ребятам нужно помочь взрослым отстоять любимый детский сад. А сделать это можно прежде всего знаниями, что спички не игрушка, как и электричество. Так проходит ежегодный конкурс «Огонь. Опасная игра». В нем принимают участие педагоги и воспитанники дошкольных учреждений. В этом году минутой молчания вспоминают погибших в Кемерово. Я хотела бы обратиться к руководителям всех организаций. Пожалуйста, не экономьте на охране труда и безопасности и детей, и взрослых. Пожар – это ситуация, которая может оказаться каждый. Мамы, папы, дедушки, бабушки и ваши педагоги вам желают здоровья и добра. Это творческий конкурс, домашнее задание. Выступления помогали готовить родители. Все дети должны знать, что взрослые всегда готовы прийти на помощь, и им обязательно нужно сообщить, если где-то огонь вышел из-под контроля, а также самим знать телефон 01. Учебная тревога – обязательный элемент. Нужно слушать взрослых, не терять из виду друзей и подруг. Воспитанники выходят на улицу. Все действия оценивает специалист муниципальной службы спасения. Эвакуация проведена неплохо. В целом все правила эвакуации соблюдаются. Общее время эвакуации с объекта заняло 5 минут. В принципе, укладываются. Нормально. На улице маленьких анапчан ожидал сюрприз. Настоящая техника и настоящие пожарные, которые показали, как бы они работали, если огонь был бы настоящим. Аналогичная работа проводится во всех дошкольных учреждениях города-курорта. На конкурс свои сценарии представили 26 из них. Итоги подведут в конце апреля в рамках празднования Дня пожарной охраны. Александр Ребека, Михаил Попов, Анапа регион.